Теория большой пятерки черт характера утверждает, что мы можем описать себя с помощью 5 основных характеристик. Открытость. Сознательность. Экстравертность. Сговорчивость. И невротичность. Каждый из нас варьируется в том, насколько сильно каждая черта проявляется в нашей личности. Чтобы понять, что на самом деле означает каждая черта, давайте посмотрим на этих 5 персонажах, на то, как они справляются с ситуацией, когда их лодка терпит крушение и они оказываются на острове посреди океана. Открытая Аделя с воодушевлением и интересом исследует этот прекрасный остров. Экзотическая природа вдохновляет ее. Она собрала камни, ракушки и цветы, чтобы украсить вход в бамбуковую хижину, которую она построила для всех. Она чувствует, что это возможность узнать много нового. Клэр осознанна. Она не испытывает восторга, совсем наоборот. Она обеспокоена серьезностью ситуации. Хорошо, что она сохранила набор для выживания с их корабля. Как обычно, она готова и сразу же приступает к выполнению важнейших задач. Она считает, что ее долг – организовать всех и убедиться, что они начали искать то, что им нужно для выживания – пресную воду и еду. Экстравертный Эмиль в восторге от того, что они все выжили. Он чувствует сильную потребность поговорить и поделиться своим счастьем. Он собирает всех, чтобы отпраздновать их выживание и рассказать о своем плане исследовать остров вместе. Сговорчивый Альберт добр по натуре, и несмотря на то, что он устал и хочет пить, его главная забота – Нора. Он предлагает ей выпить из своего кокосового ореха. Остальные знают, что он обычно на все соглашается и не стесняются просить его помощи. Нора невротична и легко поддается стрессу, у нее полный срыв. Она садится на берегу и плачет: «Как она смогла уехать на этот остров?» Океан вокруг них кажется ей бесконечным, природа мрачной и опасной, она чувствует себя полностью потерянной. Через 8 недель на горизонте появляются 2 корабля. Все взволнованы. Эмилю приходит в голову идея развести костер. Он зовет остальных на помощь. Клэр сразу же приступает к работе. Альберт приносит дрова. Аделия держит в руках красиво оформленный знак СОС. А Нора отчаянно кричит о помощи. Они не знают, кто плывет на этих кораблях. На первом корабле плывет группа психологов, которые путешествуют по океану с 1980-х годов. Они исследуют большую пятерку личностных характеристик, которая также известна как пятифакторная или океаническая модель. Капитан судна Льюис Голдберг, придумавший теорию большой пятерки, он приходит в восторг, когда видит 5 друзей на берегу, каждый из которых соответствует ровно одной черте. Открытость, осознанность, экстравертность, сговорчивость и невротичность. Он решает не останавливать лодку. Как ученый, он предпочитает наблюдать издалека. На другом корабле находятся 5 пиратов. Все обладают чертами, прямо противоположными чертам наших друзей. Давайте посмотрим, сможете ли вы их узнать. Первая пиратка эмоционально стабильна и очень спокойна. Когда она видит выживших на берегу, она говорит: «Мы могли бы им помочь». Пират 2 сразу же злится на нее. Он никого не слушает и не желает менять свои планы, чтобы помочь каким-то незнакомцам на острове. Третий пират считает, что ситуация сложная. Он считает, что нужно рассмотреть все возможные варианты развития событий. Ему необходимо побыть одному и подумать. Четвертому пирату все равно. Он занят поиском ключей от своего сундука с сокровищами, которые снова потерял. Капитан не открыт для нового опыта. Он прекращает все разговоры, когда говорит, что наша лодка не остановится. Напишите в комментариях, что вы думаете о большой пятерке. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также вы можете поддержать нас на нашей страничке Patreon/Skolus, где вы можете оформить спонсорство и помочь нам создавать качественное видео для вашего образования.